четверг на национальном телевидении Чувашии стартует новый проект «Зажги». Вместе с газетой МК в Чебоксарах мы решили отыскать настоящую звезду. На кастинг проекта «Зажги» пришли сотни мальчишек и девчонок. Одни занимаются в кружках и студиях, другие – самоучки. Номера отрепетированы сотни раз, костюмы переливаются всеми цветами радуги. Улыбки волшебным образом появляются в момент выхода на сцену. Здесь каждый уже чувствует себя звездой и готов поделиться секретом отличного выступления. Чтобы хорошо выступить, нужно хорошенечко распеться. А чтобы распеться, лучше сначала проснуться, попить водички, сходить помыться и долго разговаривать с кем-нибудь. Или сама собой, или как-нибудь еще. А если не с кем, просто поешь морковку, она очень хорошо открывает горло, раскрывает связки. Скажи, чувствуешь себя звездой? Да, чувствую. А как это чувствовать себя звездой? Что ты чувствуешь? Я чувствую, что я молодец, что я очень красиво спела. За кадром суета и всеобщее волнение. Причем неизвестно, кто переживает больше, участники проекта или их родители. Ну, безусловно, родители. Конечно, родители. Такой мандраж, знаете. Долго учили песню? Ну, на самом деле, мы эту песню разучивали в школе, а специально не готовились. Ну, вот совершенно случайно узнали про этот проект, решили выступить, попробовать. Конкурс проходит по двум направлениям – вокал и хореография. Самым юным участникам 7 лет, старшим 16. Конкурса знаменитые чебоксарские вокалисты, танцоры, педагоги. Их задача – разглядеть настоящую звезду. Проект «Зажги» состоит из нескольких отборочных туров. Жюри выберет лишь 10 финалистов. О каждом из них мы подготовим отдельный репортаж. Узнаем, как живут, где занимаются, о чем мечтают самые талантливые ребята республики. Завершится проект грандиозным гала-концертом и награждением победителя. Проект «Зажги» будет выходить по четвергам в 20:30. Следите за тем, как зажигаются настоящие звезды, только в эфире национального телевидения Чувашии.